Я одесситка, родилась и живу в Одессе. Я люблю этот город, я хочу быть счастливой в нем. Но прогуливаясь улицами Одессы, я замечаю, что город увядает и разваливается. В начале этого года множество домов превратились в руины. Люди остались без крыши над головой. Такие ситуации сплошь и рядом. Мои близкие живут в аварийном доме. Фактически живут на пороховой бочке. Многочисленные трещины, которые возникают на этом доме ежедневно, не дают им уверенности в завтрашнем дне. Я бы хотела призвать всех сохранить в своем сердце старые воспоминания. Придерживаясь старой архитектуры, дать возможность людям строить что-то новое. Дать людям возможность вступить в новое будущее. Я хотела бы, чтобы Одесса стала примером красиво стареющие женщины, ведь всегда красиво, когда старое поколение идет за руку с новым поколением. Ведь все процветающие новые города сохраняют старинную архитектуру и строят новое будущее.